Здравствуйте, уважаемые друзья! Не забывайте делиться своим мнением в комментариях, а также подписаться и поставить лайк. В суде в маленьком южноамериканском городке прокурор вызывает своего первого свидетеля, старенькую бабушку. Он начинает допрос. «Миссис Джонс, вы меня знаете?» «Ну, конечно, я вас знаю, мистер Уильямс. Я знала вас еще маленьким мальчиком, и, честно говоря, вы меня весьма разочаровываете. Вы лжете, изменяете своей жене, манипулируете людьми и говорите гадости за их спинами. Вы думаете, что большой человек, потому что у вас не хватает мозгов, чтобы понять, что вы всего лишь мелкий бюрократ». Прокурор был шокирован, не зная, что делать дальше. Он указал в другой конец комнаты и спросил: «Миссис Джонс, знаете ли вы адвоката?» «Ну, конечно, я знаю. Я знаю мистера Брэдли тоже с молодых ногтей. Он ленивый, нетерпимый, и у него проблемы с алкоголем. Он не может построить нормальные отношения ни с кем. А его адвокатская контора – одна из худших в нашем штате. Не говоря уже о том, что он изменял своей жене с тремя разными женщинами. Кстати, одна из них – ваша жена». «Да, я знаю его. Адвокат стоял ни жив, ни мертв». Судья попросил обоих юристов подойти к нему и очень тихим голосом сказал: «Если кто-нибудь из вас, идиотов, спросит ее, знает ли она меня, я отправлю вас обоих на электрический стул». Обязательно делитесь этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.